Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! С вами Мороз Алексей, компания «Крофмонтаж» и помощник Василий. Итак, дорогие друзья, вы знаете, что я практически никого не пиарю из видеоблогеров, но сегодня хочу сделать исключение и поддержать тоже кровельщика, видеоблогера, молодого парня Андрея Махиню и его канал «Ров Сквард», который будет ссылка в описании. Андрей с удовольствием поделится своими навыками, который приобрел, работая в Европе. Заходите на его канал, подписывайтесь. Я уверен, он сделает любую кровлю качественно и в срок. Андрей, я верю в тебя, у тебя все получится. Давай, удачи! Мы едем сейчас на объект, открываем объект по монтажу керамической черепицы, реконструкция кровли, утепление, полный комплекс, подшивка, замена водостоков, изменения несущих конструкций. И сейчас всем известные события с коронавирусом происходят. Начинали мы объект этот еще нормально, все передвигались. Коронавирус только начинал там свои обороты, только слышно было. Но сейчас уже закрывают Москву, когда мы в процессе. И приходится сейчас нам доделывать эту крышу, потому что все-таки крыша сложная. Крыша и вскрыта частично, там проживает семья. Мы бросить ее не можем, эту кровлю так просто законсервировать. Потому что уже оплачены там частично материалы, там доставка идет и так далее. Она и разобрана. Да, 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 да. Поэтому вот. И берегите себя, самоизолируйтесь, следите за своим здоровьем. И смотрите наш канал. Здесь целый комплекс. Дом, гараж и зона барбекю. Здесь у нас на территории уже небольшой рабочий беспорядок. Было здесь кровля фальцевая. Причем, дорогие друзья, я таки убеждал клиента, может сделать все-таки фальцевую кровлю, потому что все-таки есть такая башенка здесь. Но клиент, надо сказать, напрочь не хочет фальцевую кровлю. По сути, она и есть фальцевая кровля здесь, он знает, что это такое. Говорит, не хочу, все было. Он уже точно знал, что хочет керамическую черепицу. Так что такие моменты. Фальцевую кровлю я предлагал, дальше уже решение я. Вот, поэтому задача, я считаю, усложняется. Так, начну с того, что стропильная система под керамику, она должна быть мощнее. Что мы имели? Вот здесь у нас старая была стропильная система, брус 100 на 100, междурядье, между ними 75, в принципе, допустимо. И мы наращивали доску 50 на 200, потому что вес керамической черепицы квадратного метра уложенного около 40 килограмм. Это значительно больше, чем тонколистный металл. На каждой стропилине мы добавляли стоечки, которые усиливают конструкцию. Итак, видите, кровли 20 лет примерно, может, с небольшим, подверглась уже коррозии практически. Видите, как водостоки, желоба выгнула. Крюки, причем прочные, они сделали из нержавейки, но нержавеечка тоненькая. Вот, ее сомнуло все равно. Делали из нержавейки для чего? Видимо, чтобы не красить. Обычный металл ржавеется. А это саморезов понатыкали. Видимо, либо ветром поддернуло край. Еще отремонтировали. Кудесники. Но все равно кровля отстояла свое. Вот такие вот водоприемники симпатичные. Все сделано на одинарный замочек. Сейчас полезу, ребят. О, дымоход какой здесь. Ого-го.
московского крематория, и то меньше. Ну вот она местами все пошла. Итак, залез я на балкон. Кровля здесь, конечно, градусов 6. Так не пойдет, потому что керамику при таком угле ставить нельзя. У него критический угол градусов 15 хотя бы. Значит, здесь должно быть у нас принято решение немножко задрать эту кровлю, как-то сюда приподнять скаты. Будем мы здесь мудрить. Поднять, но вот на эту точку где-то сюда это все входить, потому что даже при фальцевой кровле видно, людей беспокоило, что-то уже как-то лечили, здесь мазали, уже были проблемы. Ну вот, приехал через неделю. Ребята забрались уже на основной дом. Видите, как изменился карниз. Здесь мы наращивали кровлю, усиливали стропила и делали утепление 250. Видите, здесь уже исполнен капельник конденсата из матового пурала. И сделали карнизный свес. Подготовку, потому что будем подшивать тоже мы софитом металлическим. Здесь еще будет равнятельнее горизонт. Так, все, гидроизоляция, видите, у нас мембрана проклеена по периметру. Вот. И здесь будем еще формировать карнизный свес, подсовывать сюда фризовую планку. Здесь, видите, увеличиваем карнизный свес по периметру на сантиметров 20. Если мы увеличиваем, то их надо тоже и усиливать. Видите, здесь было карнизные свесы, висели в принципе на обрешетке 25-ки. Сейчас мы сделали такие выносы из доски 50 на 150. Еще, видите, сделали упоры в стену, как бы усилили. Еще это протянем снизу об решетки. Вот сейчас полным ходом идет утепление нашей кровли. Видите, здесь это мансардные части жилых помещений. Там уже живут люди. На данный момент здесь проживает семья. Наша задача тоже не залить, не затопить их во время ремонта там, потому что дожди уже были, снег был, и у нас на готове укрывной материал, который мы, в принципе, каждый вечер ребята укрывают. Работаем тоже с оглядкой на погоду. Видите, стропильная система у нас новая, усиленная, 200 на 50, в принципе, меняли. Вот такой чердачок здесь. В зоне индовой мы стелим гидрационную мембрану с брусками в основании, да? Кто посещал? Да, кто посещал? Ну, дай руку мне. Подержи. Вот. Кто посещал семинары? Практически тот в курсе. Вот правильно, зазорчик делайте, чтобы вентиляция у нас и так, и этак. Все правильно. Вот здесь 250 утепления должно быть. 5, 10, 15, 20. 25, видите? Угу. Вот. Каждый шаг у нас по 5, да? Ну да. И там пара изоляцию, видели? Ну, я вчера видел там фотку. Да. Она вон.
Она все проклеена? У Леши спрашивал, говорит, что там, да. Вон вот это беленькое, да. Все слои. Ага. Копаемся, вот они лежат. Раз, где два, три, видишь? 4, 5. А вон та белая, которая? Да, да. Прозрачная. Да, да, да. Да, ну, да, да. Там была. Ну вот, ребята, мы этим делаем. Двойная, то, что в смете было заявлено, она там. Вот. 250. И здесь крыша. 250. Все проклеено. Итак, забрался я на кровлю над балконом. Вот видите, наглядно покажу, какой был угол кровли раньше, при фальцевой кровле. И она текла постоянно, в принципе. Видите, пологий угол. Мы только добавили 150 доску. Для чего? Чтобы утеплить. Хорошо, 250 миллиметров утепления достичь. Но угол тот же. Теперь, насколько вот увеличился. Сейчас еще не закрепили. Меня сейчас вызвали как бы для проверки, для согласования этого узла. Ну и сейчас я вам покажу и прочих моментов. Вот, в принципе, для керамической черепицы критический угол наклона где-то градусов 15-17. Вот, ну здесь где-то градусов 20-22. Так, посмотрим. 5 10 15 20. Вон 5 10 15 20 25. Все четко. Еще вот нам предстоит вот этот балкон, тоже фасад будем разгребать, вот эту вагонку удалять. Здесь очень холодно, тоже жалуются люди. Вот этот фасад будем переутеплять и обшивать фасадными панелями. И подшивка у нас тоже будет металлическим софитом. Все подшито. Вынос, видите, мы увеличиваем практически на 30 сантиметров. Крыша вот так подойдет, она будет объемнее. Ну, потому что потом это... Суп с котом, блин. На суп с котом, все правильно. Не, так делать нельзя. А теперь придется вот это все поднять кое-как. Значит, там в раскоряку раком становиться, чтобы это все и, соответственно, укладывать потом заново утеплить. Нахера это надо? А ну дай уровень, я сейчас угол кровли проверю. Так. Так, есть у нас тут. Так. Вот сколько градусов там? 17 градусов. Здесь еще больше. Не маловато. Ну, в принципе, здесь. Здесь больше. Здесь 15. Где? Здесь? А это? Вот этот? Ну да, здесь будет больше. Ну, я думаю, нормально будет. Здесь, в принципе, 3 метра, 17 градусов. В принципе, нормально. Но поднимать уже некуда. Не то, что некуда. Из-за вот этой вот выемки, где две кровли сходятся. Тоже сейчас будем по этому узлу работать. Вагонка, да, снизу? Там, ну, стоять можно. Что, проклеиваете? Да. Что, получили от Васька сегодня, да? Нагоняй. Правильно. Халтурить не надо. Увлеклись. Все забыли. Не надо увлекаться, я говорю. Тут не проканает. Вот, друзья. Хуже всего, когда приходится делать не крышу с нуля, а боятесь того, что есть. Чтоб сошлось, вот здесь один скат идет вниз, здесь другой, плюс балкон врезается в эту всю историю. Представляете, тут куча коньков будет, плюс тоже угол наклона здесь у нас получается 17 градусов всего дать. Ну, благо это 3 метра балкон. Сейчас тоже еще будем думать выносы отсюда, из балкона тоже какой-то вынос.
Мы будем короткими делать. Тут тоже надо проход оставить для снега, чтобы дабы кармана зимой не было снегового. В общем, здесь такая будет абракадабра. Вот. Тут никак не получается все связать. Придется даже вплоть и этот угол чуть-чуть менять. Благо, знаете, дом просматривается с каждой стороны по-разному. Тут его, в принципе, обойти. Он не, нельзя сказать, что он двухскатный, там четырехскатный. Он весь сломанный. Вот. С какой стороны не подойди. Это вот эту грань, она, ну, как бы не куча треугольников. Поэтому у нас вот это и спасает. Все надо делать в режиме онлайн. Да, Вася? Здесь, видите, все по старинке. Там уже жилое помещение за этим. Вагонкой там, видимо, изнутри обшито или доской, там, не знаю. Это даже не пергамент. Или такой еще советский пергамент дубовый. Сейчас таких даже и не делают. Крыша 95-го года. Вот. Посмотрю я на это место с другой стороны. Уже сейчас, кстати, пора закругляться. А у нас все открыто. Обещают дождь. Вот. И вот еще сложность этого места. Видите, мы планируем везде выносы вот по 600. Здесь, если дашь вынос, в принципе, вот так вот, он перекроет по сути сантиметров 90 вот этого скатака. Он, в принципе, значительная площадь кровли по Яндовым перетекает вот в этот узел. Вот. Его никак нельзя перекрывать или оставлять там узенькое место. Решено как бы сделать выносы по 20 сантиметров фронтовые. Мы будем утеплять, естественно, фасадными панелями тоже здесь обшивать. Очень продумывать надо вот эти места. Возможное образование здесь снеговых карманов, пробок, наледей. То есть, понимаете, вода, если образуется ледяной наст, заледенеет, потом водичка будет как бы потеплеть, течь, упираться в эту плотину. Естественно, она будет искать места прохода вот в эти примыкания и так далее. Вот такая опасная зона здесь. Здесь надо гарантировать нам. Так, ребят. Тут так строит. Ребят, время 5:30, мы укрыться успеем сегодня? Дожди обещают. А? Сейчас, смотрите, через, ну, час еще свет. Так, вы мне про... Ну, смотрите, не затопите. Про пароизоляцию. Итак, дорогие друзья, первую серию по монтажу керамической черепицы на этом объекте считаю законченной, так как дел здесь еще достаточно. Мы будем знакомить с происходящим в последующих сериях. Оставайтесь с нами, следите, как идет рабочий процесс. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока!